6 часов утра в селе Туринка Львовской области произошел пожар. Вспыхнула деревянная сауна. На момент возгорания в сауне никого не было, поэтому в этом пожаре никто не пострадал. Пока ехали спасатели, огонь полностью уничтожил крышу здания. Спасатели преодолели стихию почти за час. Однако спасти перекрытие и стены сауны не удалось. Зато от огня пожарные защитили соседнее кафе и дом. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.